Передаю, блядь, огромный привет всем тем ребятам, которые собирают, блядь, на красном герметике, блядь, моторы. Чтоб вам нахуй, блядь, жилось хуёво. Я искренне вас презираю всех. Ну, полетели, хули. Распаковщик. Это гилда, блядь. Ну, скутер РВ вас любит, блядь. Купил Ниссан, ебись Ниссан, блядь. Это пиздец. Это как всегда, блядь, пол коробки, блядь, картона нахуярят. На тебе, блядь. О! Мои ручки. Не понял. Бери эмбо. Мои ручки. Подожди, я уже здесь одни синие заказывал. Вы что, уебались? Я заказывал синие, блядь, и оранжевые, и красные. Вот пидоры, блядь! Ну я не понял, посмотри, может я что-то путаю. Что это? Фильтры? Фильтри? А где бумажка? Да вон, вот она, вот она. Фильтри. Ремень модный. Этот ремень там лежит, блядь. С чека. Один штук модный. Так. Что это? Тормозные колодки. А что такая большая упаковка под колодки? Я что, не понял. Я же заказал маленькие, блядь, ножов. На, блядь. Они маленькие, блядь. Коробка здоровая. Сука. Нормальные? Родики, блядь. Не, колодки нормальные. Пожилой фильтрбокс. Краповичок новый. А вот на сайте была здесь Yamaha написано. А что, за меня обманули, получается? Так, настроечные шайбочки. Это что? Подожди, а что? А что их два? Ну, заплатили же мы за один. А ну, посмотри, сколько этих? Краповики. Что, я два штуки заказал? Ну, дурак, подавай бабки за краповик. Краповик кикстартера две штуки. Сука, ладно, продам потом. Все, тут, блядь. Так это колодки типа из-зад вперед взял? Пожилые замки. Посмотрим. Мне кажется, зад лучше не трогать вообще. Пожилые замки. И пожилые, как и наши. Пожилые замки. Другой друг Виктор. Да, еще один ремень. Бандо! Так, ладно. Ебать, какой ясик, это тоже тросик открывания. Ебало, да. Чё-то не едет труба. Чё-то не едет. А чё ж не едет, блядь? Чё ж не едет труба-то? Да потому что, блядь, она открыта, блядь. Не раскрыли, она не едет. Мелкому отправилась. Чё ж не едет, спасибо. Потому что Витя скрутил. Не, потому что Витя уже пытался как-то делать, а теперь у меня ничего не вышло. Ну, в этот раз получится так. Ничего не получится. Ворожничка это мне? Да, 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 посмотрю уже. Это что? 50 рублей. М? Диодные, синего цвета. Мои. А это что такое, стоп? Стопак, стекой себе, стопак красивый. Разъебу. Ладно, уже не разъебу, уже сделал. А это еще стопак Илюхин, который... Ну что ему нахуй стопак? Ну, вот, ну ему же разбили этот, который у него. На что, на электроатрице? Нет, это другому Илюхин. А, на Малагу? Да. Она такая, как на Малахе, смотри, только больше чуть-чуть. Это моя. Это нет, это мне такое надо. Сата, убери руки свои. А чё, пиздатый Lexus. Lexus style, типа. Ну нахуй Lexus, блядь, он комткау, блядь. О! Не хочу, подожди, да. Ну, старший минут можно не показывать. Машинка. Под ZDT. Машинка такая же, как Витя. А где мой диск? Тормозной, вот вопрос. Снизу лежит? О, пожилой диск. 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 DVD. DVD-диск. Сальнички, насвечники, пружинки. Это линия или что? А, это трос? Это тросы я набрал. Ну, буду барыжить. Свечку еще тоже Илюхе. О, тросы, это у меня сейчас будет на самолагу. Угу, конечно. Буду заниматься торговлей. По 100 рублей за трос. Ну, как-то так. Можно делать скреп и не бояться, что у тебя поломаются номера.
Просто раз и завернулась. И все. Окей. Что? Просто играю. Как настроил мопед? Хорошо крутится? Крутится хорошо, но ремень крутится вместе с ним так же хорошо, потом... Окей. Запаковали, конечно, капитально ее. Знаешь, не понравилось. Ага. Это типа камера или что это? Так, ну тут все. Камера GoPro. Не, ну пока еще. Крышка на 500 рублей. Джетарки 500 рублей. Сколько? 500. 150. По крышке окей, да что? Что у нас тут? Цеп мне мою, да? Там хоть видно? Все, да? Зато видно вывеску Sensation. Угу. Так, ремень новый. Мой ремень. Каникулы ремень. Уберись отсюда. Ты хоть без звука мне все что выставляй. О, Терри! Бля, ебать, какого-то спрессованного риса, блядь. Да. Понимаю. О, ролики мои тоже. О, моя хуйня. Спасибо. Че, на фотке была латунная, прислали за лупу. Я понял, спасибо. Спасибо, деду, за победу. Ладно, тушуй. Блять, я ебало завалил бы. Не страшно. Прикинь, сейчас фара отъедать, буду прям под переднее колесо ебать. Блять, ебать там звук, ебаный эфир. Сейчас буду стан. Да за шо, блядь, закрыли нахуй шаурмешную, вы шо? За шо, блядь? Как всегда, короче, у нас все. Ты чушь не хочешь, ты просишь меня.